Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, официальные лица. Честно говоря, я в замешательстве. Извините, столько дел, перелетов. Сейчас я посмотрю. Так, поздравить президента берега Слоновой Кости с окончанием сезона дождей. Что у нас еще? Поздравить братьев Пономаренко с юбилеем. А, ну да, конечно, да. Действительно, я знаю братьев, знаю, что они меня пародируют. Друзья, мало кто знает, что в Москве в эти дни находится с неофициальным визитом человек вполне официальный. Ну, не буду вас интриговать и позову сюда в качестве такого сюрприза, подарка. Встречайте, Дональд Трамп. Дамы и господа. Так, ну что? Привет, окей. Привет. Измайлов, Измайловский парк тут. Юбилей братьев Пономаренко. Пономаренко Бразерс. I'm sorry, it's my love, okay? А, it's my love, ага, да, it's my love. Это моя любовь. А, ну, не совсем, да, Дональд, надо два слова братьям сказать. Пономаренко Бразерс. Я выучить несколько фраз, мне помог Мелания. Хакнуть по-черному. Хапнуть по-крупному. And хряпнуть по-маленькой. О, кстати, как там Клинтон? А Хиллари-то как? I don't know. Это вчерашний смех. Нет, прошлогодний снег. О, правильно говорить. Окей, окей, окей. Пономаренко Бразерс. Пономаренко Бразерс, yes. Ну, Трамп говорит, что он желает развития братьям двусторонних отношений. Yes. Чтобы у них всегда все было позитивно и не было негативно. Yes. Да, и чтобы они не допускали эскалации на репетиции. Да, все, okay. Спасибо, да, пойдем. Окей, okay, окей. Okay, okay. Дамы и господа.